Всем привет! С вами канал Стофики и компания. И я Саня. Сейчас мы в данный момент находимся на рыбалке на озере Свинцовом. Вот. Приехало нас много, но мы что-то немножечко потерялись. Ребята впереди у нас ехали, так они, наверное, заехали на озеро Зеленое, а мы проехали мимо и заехали сюда порыбачить. Но все вместе мы остановимся на озере Окуневом. Хайкель! Вот хайкель! Серьезно, ребят, второй день всего лишь только на мотоцикле. Серьезно, пока еще слабенько, но учится. Я смотрю, уже привыкает. Скоро будет как Шумахер. Ну что ж, пойдем порыбачим. Вот оно, наше озеро Свинцовое. Почему оно называется озеро Свинцовое? Потому что, когда сверху на него смотришь, в тяжелую погоду, то есть когда небо пасмурное, озеро, как плавленый свинец, очень красивое. Давайте посмотрим, что у нас в травке. Вот из этой травки, вот, которая находится около берега, мы все время щучку выгоняем. Вот. Если мы пойдем вон туда, там ее как раз очень много будет выходить. Но это были в тех годах. В этом году мы здесь первые. Серьезно. Мы здесь первые, потому что следов в эту сторону вообще нету. Вот пошла маленькая щучка. Невелючка. Озеро чистое, вода чистенькая, смотрю. Очень хорошо. Буду рыбачить. Пробовать сначала на блесну. Blue Fox медная. Вот, а хайкель будет рыбачить на Blue Fox лисичку желто-зеленого ядовитого цвета. Видите, как хайкель весь упаковался. Он у нас на севере новенький летом, поэтому все комары, все вода, все липнут к нему, так как свежая кровь. Мы-то уже приели, северяне, а хайкеля еще кровь горячая, они будут пробовать его кровь. Ну ладно. Пойдем смотреть, рыбачить, будем пробовать. Вода невысокая, смотрю. Ну, дай бог, что-нибудь выловим. Щучка здесь не крупная, где-то буквально килограмма полтора-два от силы. Больше я здесь не вытаскивал. Вот есть и мелочь, мелочи тоже много, но мы ее выпускаем. Вот как раз по травке пройдемся сейчас, чтобы вы увидели. Может, вы увидите, как травка вдруг сыграет. Это значит, щучка побежала. Ну, щукари все знают, как это происходит. А вон на той стороне, вон там, там есть одно место, там бровка такая сразу идет с берега. И там ловим, попали хорошо, один раз на хороший клев именно окуня. Здесь окунь редко встречается, а там как раз попали на окуня. И окунь такой хороший, по записям, если посмотрите, то увидите, каких мы окуней таскали. В общем, поймали 24 окуня, и был полный садок. Окунь очень большой. Кому интересно, я оставляю эту ссылку на это видео в описании. Заходите, смотрите. Вот и большая щучка вышла. Сейчас попробуем ее поймать. Вот она недалеко стоит. Опа, видите, да? Сразу взяла. Вот она. Невелючка такая щучка, видите? Где-то от силы еще и как-то я ее поймал-то за жабрину. Вот. Вот она, видите, какая малюпучка. Мы ее сейчас выпустим. Thank you.
расти. Будь большой, красивой и ловись нам на радость. Вот еще одна щучка пошла. Опа. Сидит родная, видите? Хорошая сидит. Превосходно. Это вот уже возьмем. Вот она, ребят, какая. Щучечка хорошенькая такая. Вот в ней уже где-то килограмма полтора есть. Ее возьмем. Говорю сразу, много брать не будем. Штучки 3-4 щучки нам хватит. И окуней с десяточек. Но это окуней мы порыбачим на Окуневом. Мы еще на Окунёво обязательно заедем. Оно у нас по пути. Ну вот, мы порыбачили. Вы видели, да, поймали одну щучку. И две щучки. Одна сорвала, вторую я отпустил, они маленькие. Хакель ничего не поймал. Вот. Я рыбу уже почистил, уже положил ее, поэтому она уже готова уже именно к жарехе. И мы сейчас топаем на озеро Окуневое. Будем там ловить окуней. Но прежде чем их ловить, мы сначала попьем чайку. Да, Хакель? Конечно. Вот мы приехали на озеро Окуневое. Вот, и ребята как раз тоже здесь. Они были на зеленом, поймали 3 щучки. Такие небольшие, где-то грамм по 800. Хотят попробовать закоптить. И мы сейчас вот здесь вот рыбачим. Андрюха уже поймал где-то пару штучек. Вон он стоит в киптенке такой елененькой. И мы будем сейчас пытаться здесь нарыбачиться. Здесь в основном одни окуня. Как вы знаете по записям. Озеро чистенькое. Там, смотрите, вообще дно видно. Вообще озеро чистейшее, просто одно чистое, одна чистая вода. Не нравится здесь рыбачить. А малька-то сколько, ёпарасоте! Ну что ж, делаем первый заброс. Опа! Смотрите, как первый заброс и сразу окушок. Вообще чудненько. А за ним сразу еще толпа прям бежит. Вот такие вот у нас здесь окуня ловятся. Чудненькие. Сейчас мы их приманим сюда поближе и начнем их долбать. Молодец. Хакель. Таскает и таскает рыбу. Прям по-взрослому. Не боится брать за нитку, потому что у нитки до 19 килограмм написано. Выдерживает, да, Хакель? Да. Дождался, да? Опа! Ушел. А я поймал. Ты видишь, как Хакель рыбачит? Он просто ждет, покуда блесна упадет, и они сами ее возьмут. Сколько их там. Опа! Красиво! Красиво ловит! Красиво, ребят! Есть. Опа!
Начинаем рыбачить на твистер. Нет, не на твистер, вру, на виброхвост. На красненький виброхвостик. И мы его тащим, тащим, тащим. Вот он, родной. Главное подождать. Да, Хайкин? Да. Вот такие вот окуняшки у нас. Окунёшки. Опа, иди сюда. Иди сюда, Лоря. Смотрите, как красиво под водой-то. Лесопротивляется, как взрослый. Повернись к лесу передом, а ко мне задом. И чуть-чуть наклонись. Сошел на рано. Опа. Иди сюда. Даже закидывать не надо, просто опустил, поднял, опустил, поднял. Это. Иди сюда, мой дорогой. Нормально, да? Хороший. На этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Поймали вот столько вот рыбы. Здесь где-то, наверное, десятка 2-2,5. Сразу говорю, отсюда нам да пойдет где-то штучек, наверное, 7-8. А остальное пойдет к Алюньке Саркози Баранцову. Будет ее коптить. Смотрите нас, ставьте лайки. Подписывайтесь. С вами был канал Стофики и компания. И я, Саня. До новых встреч. Пока.